Давай. Итак, у нас сегодня Mercedes 99 года выпуска. Вот так вот работает автомобиль на газу уже. Двигатель работает прямо, хорошо. Mercedes 180. Сейчас обойдем. Номер телефона сейчас покажу вам. Сейчас напишут номер телефона, чтобы вы могли связаться с владельцем. А, есть вот телефон, номер телефона. По всем вопросам, по цене, торг и все такое состояние, напрямую связывайтесь с владельцем. Вот видите, автомобиль работает хорошо. Хороший плюс автомобиля в том, что он бензиновый двигатель, он выносливый, плюс газ на сегодняшний день очень хорошо, как бы. Вот видите, салон автомобиля, стоят чехлы такие вот, потому что есть в семье дети. Вот потолок, руль, кондиционер работает. Все, видите, автомобиль был просто холодный, сразу переключился, уже сбросил обороты. Вот видите, датчик, что работает на газу. Даже есть компьютер, показывает температуру. Ручка переключения передач. С пробегом тут 339 тысяч, видите, 340 тысяч. Хорошие непродавленные сиденья. Вот видите карты. Покажу вам состояние дверных проемов. Вот задний. Вот такое состояние имеет этот автомобиль. Mercedes есть Mercedes. Видите, хорошо закрываются двери. Все без вопросов. Вот на таких титановых дисках. На 16-й резине. Видите, хорошо очень работает, ровно двигатель. Автомобиль свой, владелец рассказывает, что больше 2 лет ездит и никаких проблем с автомобилем не было. Вот еще покажем с этой стороны. Один нюанс в этом автомобиле есть немножко, вот потертость на двери. Не знаю, заметно, незаметно, сразу увидите. Вот, ну, так как автомобиль на газу, то запаска лежит в багажнике. Вот видите, такое состояние, все. Все, что есть, все сразу видно. Все на виду. Так что звоните, спрашивайте. Покупайте. Вот, что вам еще показать, не знаю. Вопросов с автомобилем нет, потому что постоянно пересекают границу. Все проходит, нету никаких ни двойников, нету ничего такого. Никаких проблем с документами. Так что ксенон, да? Ксенон стоит. Так что вот такой вот к вашему вниманию автомобиль.